Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о кислотности вина и о том, что с ней делать. Сразу предупреждаю, что я буду говорить о кислотности вина на простом бытовом уровне, о кислотности именно для домашнего виноделия, когда мы делаем что-то для себя, когда у нас нет сложных приборов, у нас нет сложных расчетов, ну и в принципе, то есть таких химических веществ, как титруемая кислотность, pH, фактор и прочего, мы сильно касаться не будем. То есть разговариваем на нашем бытовом уровне. Ну, когда у нас возникает вообще проблема с кислотностью? Конечно, ну и от чего она зависит? Конечно, она зависит от сорта винограда, потому что есть сорта с более высокой кислотностью, это всем известная Изабелла, но не только, это виноград сорта Маркет, это виноград Гаме, такой известный, из которого во Франции делают... Тоже всем известная Божоле Нуво про Гаме, потом еще расскажу интересную историю. То есть не единственный Изабелла этим грешит. Это раз. Во-вторых, сама кислотность зависит от того, насколько виноград созрел. То есть чем он более зрелый, тем кислотности будет меньше. И третье, это, ну, в принципе, в каком регионе произрастает. То есть более северные регионы обладают... Там даже один и тот же сорт будет обладать более высокой кислотностью, более южных, более низкой. Конечно, промышленность и все остальное нам говорит, что кислотность обязательно должна быть там не выше такой-то pH-фактор, что кислотность для вина это хорошо, так и должно быть. Не кислое вино... Ну, в плане нормальной по кислотности, да, с определенным вот этим показателем pH-фактора. То есть, если этот pH-фактор выше, оно не настолько кислое, как надо, оно плоское, оно пресное. Ну, давайте исходить из того, что мы ориентируемся на наши вкусовые предпочтения. Мы делаем вино для себя, для своего собственного потребления, и вкусовые рецепторы у нас совершенно по-разному развиты, и вкусовые восприятия, и предпочтения тоже. Кто-то любит сладкое, кто-то любит соленое, кто-то любит кислое. Поэтому в данном случае тоже мы кислотности касаемся именно вот с этой бытовой точки зрения. Ну и сразу же перейду вот к этой истории про Гаме. В средние века, понятно, во Франции уже виноделие очень развито, много чего идет на экспорт, и выращивают в основном Гаме и Пино Нуар. Ну, так получается, что в это время в Европе бушует чума, много людей умирает, значит, все производство, оно начинает страдать, не хватает рук. И виноделы в Бургундии, значит, принимают решение, что лучше сделать больше уклон в пользу Гаме, он более урожайный, за ним меньше ухода, он меньше от всего страдает. Ну, рук рабочих нету, там. Кто-то от чумы умер, кто-то дома сидит, потому что боится куда-то выйти. Вот такая сложная ситуация. И в это же время герцог Бургундский как раз-таки принимает абсолютно противоположное решение. Говорит, что все, Гаме надо убирать, потому что он кислый, это невкусно, и больше садить Пино Нуара. Ну, то есть наши предки, они тоже не все любили кисленькое. Скажем так, вот такая вот маленькая история, но дальше, значит, чего делать? Первое вообще, как понять эту кислотность и когда можно что-то сделать, это самый первый шаг, когда мы отжали сок. Когда мы отжали сок, мы понимаем, в принципе, вот в тот момент очень хорошо руководствоваться даже нашими вкусовыми предпочтениями, рецепторами, мы сок попробовали и понимаем, чувствуется там кислота или не чувствуется. Если там даже наряду с высоким сахаром она сильно чувствуется, вот в этот момент, еще когда у нас до момента брожения на мезге, вот мы только этот виноград пожмякали, мы можем развести водой. И в тот момент это будет вообще абсолютно нормально, потому что танинов еще натянет та же вода. Ну, понятно, что вода, добавляем сахар в зависимости от того, какова и сахаристость сусла. То есть вот этот момент замечателен и очень хорош для этого. Ну,
Ну, бывает, кто-то успел там, кто-то не успел. Хотя вот тоже, например, у меня в этом году я ставила из столового винограда Антоний Великий. Сок там был, даже чувствовалась немножко кислинка, знаете, такая вот на уровне, ну, хорошего сладкого яблочного сока. Мы понимаем, что яблочный сок, он всегда кисловатый. То есть, если вот, там, с реформой я пробую, у меня сок сладенький, то с Антония Великого сок был именно такой вот на уровне сладкого яблочного. Сейчас, когда оно выбродило, понятно, что оно еще не просто молодое, а очень молодое, оно еще мутненькое, стоит на балконе. Но, тем не менее, вкус такой, он не кислый, он приятный. Приятно, вот это то, что можно описать свежим. Свежий, такой бодрящий, приятный вкус, то есть там нет вот этой избыточной кислоты, хотя изначально, повторю, что в сусле это был вот а-ля кисленький яблочный сок, сладкий яблочный сок. Так вот, значит, ну изначально Изабеллу всегда рекомендуют хотя бы немножко разводить, ну а по остальным сортам, то есть, в принципе, я вам назвала те основные сорта, которые этим страдают. Но есть еще лучший способ уменьшения вот этой самой кислотности. Это в тот момент, либо потом смешение с соком с меньшей кислотностью, например, больше сахаристостью. То есть это вообще классно. Есть виноград какой-то сладкий, у которого кислотность низкая, есть вот тот, у которого кислотность выше. Взяли все вместе, смешали, вообще идеальный вариант. Но так тоже бывает не всегда. Ну, нет у нас сока, или там не добавили воды, значит, пришло время. Кстати, в процессе брожения пробовать не рекомендую, потому что вот в тот момент часто у людей возникает паника. Кисло. Да будет кисло. Практически даже самым-самым сладким виноградом ощущение вот этой кислоты, оно будет. Поэтому, ну, как бы не рекомендую. Боитесь уксуса, помните, что уксус, кроме кислоты, и даже кислота не столько будет сразу проявляться, сколько проявится такой типичный уксусный запах, а если процесс пошел сильно, пойдет на поверхности пленка. Ну, и уксус получается тогда, когда у нас есть доступ воздуха. Плюс тепло, плюс низкий спирт. То есть в процессе брожения, ну, если в чем-то сомневаетесь, нюхайте. Если пахнет вином, то все нормально, уксуса там нет. И не надо этого бояться. Ну, значит, переходим дальше. То есть во время брожения просто, ну, не рекомендую пробовать, потому что, ну, почувствовать сложно. Дальше, вино отбродило. Тоже мы пробуем, понимаем, кисло. Ну, реально кисло. Опять же, возвращаясь к брожению, брожений есть два типа, ну, основных. Это спиртовое брожение, когда сахар превращается в спирт, и яблочно-молочное брожение. Где-то в комментариях мы это обсуждали, я не особо на это акцентировала внимание. Что такое яблочно-молочное брожение? Вот это как раз вызывается оно бактериями, и это тот момент, когда более сильная яблочная кислота, которая больше ощущается, превращается в молочную. То есть это очень замечательный способ понижения кислотности. Ну, понятно, полностью все не уберет, но частично понизит вот это вот ощущение кислоты, да, которое нам неприятно. Как его запустить и как вообще его понять? Как правило, вот это яблочно-молочное брожение, оно происходит тише гораздо, оно не такое бурное, там уже не так часто булькает, хотя идет тоже выделение углекислого газа, но оно не такое частое. Это раз. Во-вторых, это вот когда наше брожение происходит долго-долго, вот тоже вы мне пишете, там и 2 месяца вроде, все нормально. Так должно быть, и скорее всего, что в этот момент идет как раз таки яблочно-молочное брожение. И еще один признак, когда вы, например, померили, у вас там сахара практически нет в вашем сусле, а оно бродит. Вот там оно очень хорошо бродит и уменьшает вашу кислоту. Если оно не наступило, кстати, ну, в той же промышленности там все меряют, все эти там кислотности и так далее, и для некоторых вин, у которых кислотность низкая, то есть это яблочно-молочное брожение останавливают серой, чтобы оно и не начиналось. Ну, мы с вами живем, давайте исходить из того, что в принципе в регионах довольно северных. Это раз. Во-вторых, мы опять же ориентируемся на наши вкусовые предпочтения. Мне, например, приятнее пить более пресненькое, хотя, ну,
Я, наверное, еще не пробовала такое вино, которое бы, в котором мне бы не хватало кислоты. Ну, понимаем, что многим вообще нравится сладенькое, это нормально. Как можно запустить яблочно-молочное брожение? Ну, понятно, когда у нас все на диких дрожжах бродит, процесс такой там, само все идет так, как ему нужно. Так, чем можно помочь? Провоцируют яблочно-молочное брожение дубовые щепочки. Поэтому чуть-чуть дубовых щепочек можно положить, ну, буквально капельку, чтобы они там сильно ничего не давали во вкусах, в ароматах, в цвете, а вот для стимуляции этого брожения. И опять же, по брожению очень много роликов было, много чего я вам рассказывала, то есть не спешите, если только перчатка упала, сразу же выносить на холод, особенно если у вас вот стоит вопрос с этой самой кислотностью, да, то есть подождите, перчатку натяните поплотнее, целую посмотрите, что там происходит. Я показывала, у меня еще было, когда я слила с осадка, причем слила через верх. У меня еще брожение недели две продолжалось, то есть вот это самое яблочно-молочное брожение, то есть не спешите сразу, все, перчатка упала, тут же в подвал убрали. Ну, если вас устраивает, например, по вкусу, по всему, пожалуйста. Оно, правда, может еще в другое время преподносить некоторые сюрпризы, но об этом, то есть это не тема этого видео. Значит, яблочно-молочное брожение тоже может снизить кислотность частично. Дальше, вот наша там отбродила, отошло спиртовое брожение, отошло яблочно-молочное брожение, все равно нам кисло. И это действительно будет так, все равно ощущение кислотности у нас будет, ну, где-то оно больше, где-то оно меньше, где-то оно может даже немножко вплоть до легкой горчинки. То есть вот это, ну, ощущение кислоты может быть. Тоже не торопитесь, не паникуйте. Вино любит выдержку, и выдержку, может быть, даже не столько в посуде, сколько выдержку вас, как виноделов. Помните, что вкус вина, он меняется со временем. И изначально, когда вот оно только отбродило, вы его пробуете, ну, то есть оно может быть, даже вот я свои пробую, еще кисловато, мне, например, не очень нравится, ну, повторюсь, да, то есть у кого-то может быть более резкая кислота. Опять же, если боитесь уксуса, помните запах. То есть уксус обязательно выдаст запах. И идем дальше, то есть отбродил, опять же, помним, не паникуй, выносим в прохладное, холодное место. И в этот момент у нас винная кислота выпадает в соль, так называемый винный камень. И это тоже частично уменьшает кислотность. Понятно, что все может и не выпасть. Тоже на это надо время. Вся кислотность от этого не снизится, но частично она уменьшится, и вкус будет совершенно другим. Поэтому выдержка. Выносим в прохладное место и месяц хотя бы подождите. Тогда вы уже будете понимать вообще, что происходит. Но опять же, вот, конечно, в момент окончания брожения, например, если вы видите, понимаете, что вам кисло, если есть еще чем-то разбавить, есть с чем скупажировать, классно. Ну, если нет, то да, вопрос другой. То есть выходим, выносим на холод и ждем. Выпадает винный камень. Кстати, винный камень может и до года выпадать. У меня, например, вино урожая прошлого года простояло на балконе почти всю зиму. Камень выпал, и там оно стояло, хранилось. Ну, потому что мне было так удобнее. Летом, понятно, все это заносилось в квартиру. Часть отвезлась на дачу, и сейчас уже закрываю дачный сезон. Бутылочку одну я забрала домой. Сюда, ну, понятно, что вот эти тут 2-3-4 недели уже температура была такая довольно низкая, вплоть до отрицательной по ночам. И что я заметила? Я заметила, где-то миллиметра 4 на дне винный камень выпал. Представляете, хотя оно же вроде как прошло вот эту самую крестабилизацию, то есть нужно время. Вот-вот она еще, кислотность моя уменьшилась. Но и это еще не все. Заметила я эту штуку совершенно случайно. Кислотность еще зависит от того, из чего мы наше вино пьем. Для вина вообще, для домашнего вина, тем более натурального, без вот этой всякой химии стабилизационной, важна посуда.
бокалы. Пока один вид, по бокалам будет отдельное видео, но заметила совершенно случайно, то есть налила вино в бокал, оно немножко постояло, и вот когда я сразу налила, попробовала, через полчаса попробовала, вкус поменялся, и кислота может уходить в это время. Вкус реально меняется, но если вы будете наливать вот в такой стаканчик, ну какой-то, да, простой, и пить с него, эффекта может не быть. Поэтому хороши вообще, ну, какие-то большие бокалы по типам, по формам. Разговор в другой раз. И не сразу, то есть налили, пусть оно чуть-чуть постоит. Тогда уже будете пробовать и смотреть. Ну, дальше, если все-таки, ну, яблочно-молочное прошло, и потом криостабилизацию мы прошли, и винный камень выпал, но вам все равно невкусно. Ну, может же такое быть, ну, почему нет? А как снизить эту самую кислотность? Опять же, в интернете можете найти такие способы. Ну, один из них, способ снижения кислотности, это криостабилизация, второй – нагревание. Ну, не знаю, кто придумал нагревание, потому что кислотность оно не снизит. Если вдруг там началось уксусное, ну, вот превращение в уксус, то оно просто на начальном этапе убьет уксусные бактерии за счет температуры. Но кислотность, ну, как бы не снизит. И все один в один пишут, вот, и это приостановит уксусное брожение. Да подождите, уксусное или кислотность? То есть низкая температура, раз, есть различные раскислители. В быту что может быть использован? Мел и яичная скорлупа. Яичная скорлупа должна быть чистая, от пленочек очищенная, высушенная, потом крошится. Но по этим способам, при том, что мел тоже можно крошить, можно вообще кусочками укладывать. Оно будет эту кислоту вступать в реакцию, перетягивать на себя. Но дело в том, что у этих способов есть определенные побочные эффекты. Они могут менять вкус вина, не всегда в лучшую сторону. Поэтому что я рекомендую? То есть у меня особо такой проблемы никогда не возникало, потому что вот эта самая кислотность у меня, она довольно приятная на вкус, несмотря на то, что я сахар не добавляю, то есть, ну, получается вкусно, и вот именно вкусно. У всех же может получаться по-разному, год разный, да, все что угодно. Так вот, если вы решили попробовать какую-то такую штуку, попробуйте на малом количестве. Сколько не жалко, на стаканчике попробуйте, там, на пол-литра, то есть в небольшом количестве, потом посмотрите, что из этого выходит, и тогда уже решите, да, либо не да, применять ко всему объему или нет. Почитав, либо услышав о том или ином способе, понятно, что вы доверяете тому, кто это предложил, пробуйте. Не всегда может получиться то, что вы бы хотели, и большой объем испортить жалко. Поэтому я рекомендую все-таки попробуйте на малом. Еще то, что мне встречалось, что есть специальные раскислители, то есть специальные реагенты. Но, честно говоря, например, в минских магазинах я не нашла. Ну, запросы типа порошок для снижения кислотности вина, я думаю, что, ну, можно поискать, и может быть вы найдете. То есть я, конечно, не уверена, но в России всегда ассортимент всего больше, поэтому тоже можно попробовать поискать, например. И помним совет, то есть если пробовать, попробуйте сначала на небольшом количестве. Еще такой вопрос: сода. Ну, все знают, что сода в быту, мы часто ее используем для снижения кислотности чего-то, так вот сода не годится. Более того, я встречала, что с содой проверяют вино на натуральность. И очень сильно меняется цвет, по-моему, чуть ли там не в черноту. Поэтому не советую. Ну, хотите, можете попробовать на большом, на маленьком объеме и увидеть, с этого что-то есть или нет. И еще один, скажем так, способ,
Ну, все знают, наверное, во всяком случае, многие такой напиток, как сангрия. Так вот, кстати, сангрия тоже один из способов снижения кислотности вина, то есть, когда кислое вино разбавляют сладким соком. И получается приятный, легкий напиток. Почему бы нет? Почему бы нет? Попробовать во всяком случае можно, конечно. Тоже, например, если вино кисловатое, вам хочется сахара, потом можно по факту даже перед употреблением добавлять, вот разводить сладкими соками. Кстати, вот это разведение соками перед употреблением, да, то есть мы уже, конечно, там алкоголь чуть-чуть снизим, выводим в меньшее значение. Точно так же можно поступать, например, с очень сладким вином, разводить его более кислым соком, почему бы и нет. И смотрите, даже при приготовлении, например, в процессе, вы понимаете, что, наверное, получится там очень кисло, не уверены, что все вот эти вот наши стандартные мероприятия в виде яблочно-молочного криостабилизации, то, что они помогут. Что можно сделать? Добавить, например, больше сахара, добавить спиртоустойчивых дрожжей, чтобы поднять уровень спирта, да, чтобы оно было крепенько, а потом при употреблении разводить сладким соком, получите приблизительно тот же уровень алкоголя, ну и при этом приятный, классный напиток. Почему бы нет? Можно же даже потом по факту и сладким виноградным соком разводить, да, если вам там не хочется апельсинки иметь во вкусе. Ну, конечно, выбор средств остается за вами, но в первую очередь помните, что вино требует терпения, то есть не спешите, не паникуйте. Сначала попробуйте, скажем так, стандартные методы, проявите выдержку в первую очередь по отношению к себе. Дайте вино время немножко выдержаться. Ну, а тогда уже будете смотреть, надо будет что-то вам применять или нет. Ну, а я вас благодарю за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение и задавайте вопросы под видео, нажав кнопку «Еще». Будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч. Пока.